Готов проверить свою смекалку? Готов. Так, подожди, какое животное самое большое, блядь? Слон, мышка, зебра, какая-то хуйня с галстуком и лев. Слон? Нет. Зебра? А кто, блядь? В смысле, большое здесь именно, что ли? Или в жизни? У льва она самая большая. Кто она, блядь? Я боюсь представить просто. Кто она? Кто, блядь, она самая большая у льва? Так что ближе всего к нам? Это сейчас должен быть мем просто вот этот вот, когда вот эти два чувака сидели что-то за компьютером делают, и такие, блядь, точно, блядь. Так, я понял, хорошо. Дальше. Так, подожди, блядь, а как я могу колючую... Что я могу, блядь, сделать с этой колючей проволокой-то? Подожди, слишком туп я для этого, подожди, может тут еда? Подожди, а что я должен сделать? Стоп, это уже интересно, подожди, тут по-любому... Так, печеньки, это понятно. Что? Слово кот, это тоже кот. Блять, я пытаюсь на каждый пиксель нажать. Вот что, блядь, здесь не так? Ну вот что здесь не так? Откуда я ебу, что ли, блядь? Что здесь не так? Как это? Что? Что там бы... 6 пальцев, блядь! Я даже их не увидел, блядь, я просто тыкал.